Ребята, всем привет! А сегодня у нас какой праздник? Сегодня у нас День строителя. И вот как интересно получается, это, по-моему, сейчас с грязными руками точно не отвечу, но что-то в районе, по-моему, 75-й День строителя. Напомню, что если мало ли кто-то не в курсе, что каждое второе воскресенье августа у нас отмечается День строителя. Да, есть типа косяк по местным меркам. Это Советского Союза у нас праздник. И у нас сейчас, я вещаю из Латвии, это считается запрещенный праздник. Знаешь, все, что связано с Советским Союзом, все запрещенное. Но куда уж деваться, если мы привыкли, строители, праздновать этот праздник, и без него никак. Есть у нас и более мрачные события. Какое-то количество моих коллег сейчас сидит в окопах, а не на объекте со стороны Украины. Какое-то количество в России, с другой стороны. Это уже продолжается, чтобы не соврать, год третий. Это печально, это мрачно, потому что и с теми, и с другими мы перестали общаться, потому что понятно, что сейчас не до строительства. Вот. И это печально. И поэтому, блин, у меня с собой нету пива. Но сегодня вечером я хочу выпить за то, чтобы весь этот мрак прекратился. И мы как раньше начали собираться все вместе. И латыши, и украинцы, и русские. И после того, что натворили с этой войнушкой, все равно кому-то все это придется строить и восстанавливать. Поэтому первый мой тост сегодня будет за то, чтобы вот этот мрак быстрее закончился. Второй тост, конечно, за то, чтобы побольше нам, ребят, щедрых заказчиков. А щедрые заказчики сейчас в период кризиса, это уй, какая большая редкость. И побольше интересных проектов, знаешь, чтобы совпали такие вещи, чтобы проект у тебя был творчески интересен, а на финише заказчик оказался щедрым мужиком. Вот обожаю такие проекты. И это, по-моему, вот самый эталон, к чему должен стремиться строитель. Есть у меня такая чуйка, вот мне почему-то кажется, а помните, те, которые меня постоянно смотрят, зрители моего канала, я как бы там не был, но я первый предсказал, что будет жесткий финансовый кризис, а сейчас я хочу сделать свое предсказание, что примерно в ноябре весь этот бред, ну не то чтобы закончится, он начнет заканчиваться, и примерно к следующему июню, а сегодня у нас август, то есть это практически через 10 месяцев, мы об этом дерьме, в которое влиплась большая часть Европы, и не вспомним. И вот за это отдельно стоит выпить, может быть, не только пиво. Вот. И я что-то чую, что так оно и будет. Приятно видеть, когда ребята в Беларуси и России по-прежнему встречаются на сейшены вместе, по-прежнему тусуются. Понятно, почему у украинцев и россиян не получается встретить. Мы, латыши, кстати, по той же самой причине не встречаемся. Вот, поэтому я очень надеюсь, что это последний день строителя, который омрачен неприятными событиями. А если у меня такая чуйка есть, то она реальна. Вот. Поэтому, поскольку это последний печальный день, и надеюсь, вспоминать мы больше о таких неприятных событиях не будем. По поводу хороших проектов я уже всем пожелал. Ну и напоследок, может быть, хорошего здоровья всем. Чтобы здоровье было для новых проектов. И не подводило, когда вдруг эти новые шикарные проекты появлялись. Повезло нам поймать, покажи, золотую рыбку, ребят. Поэтому загадывайте желание, пока мы ее не съели. Вот, и у каждого из вас есть ровно три желания. А эти три желания напишите в комментариях. Я сегодня явно, видите, не в форме. Ну, как-то не получилось подготовиться, а поздравить коллег надо. Так что, мужики, внизу напишите, откуда ты меня смотришь, там, страна. И три твоих пожелания твоим коллегам. Давайте, братва. Счастья, здоровья всем и щедрых проектов.